В городском выставочном зале открылась необычная экспозиция «Апатитовые пленэры». Пологовские художники представили картины, на которых изображены социальные объекты, поддерживаемые компанией «Фосагра». Здесь не просто работа, не просто там спорт или что-то другое, но есть еще место и для культуры. Мы в этом году проводим это второй раз. В прошлом году действительно у нас была конкретная тематика, именно производственная. В этом году мы дали, в принципе, большую для творчества. Именно направленность была на социальные объекты. Храм Святой Троицы, санаторий «Изумруд», физкультурно-оздоровительный комплекс, работающий на территории Балаковского филиала АО «Апатит», 25-я школа, подшефное предприятию – это лишь малая часть объектов, изображенных художниками. Мы, конечно, понимаем, что наша школа является социальным объектом для компании «Фосагра», но увидеть ее на картине для нас было удивительно, это впервые. Она вдохновила кого-то на творчество. Конечно, нам очень приятно. Выставка «Мечты в реальность» приурочена к празднованию Дня химика и состоит из 64 картин, над которыми трудились 22 балаковских художника. Во-первых, с праздниками, с вашим профессиональным праздником, который стал праздником всего города. И вы вот эту вот фразу Менделеевского воплотили в жизнь вообще в нашем городе, это точно. Химия проникла во все сферы нашей жизни. И самое, пожалуй, главное, что отражено на этой выставке, вот в эту социальную сферу. Перед началом конкурса балаковские художники в ходе экскурсии посетили социальные объекты, которые поддерживает компания «Фосагра», а также призаводскую территорию. Каждый мастер постарался показать с помощью своих работ, что благодаря поддержке предприятия наш город становится лучше и краше. Хочется выразить благодарность всем художникам, которые принимали в этом участие, потому что вы позволили нам прикоснуться к прекрасному. И мы увидели в картинах, какой город наш красивый. Каждая картина, которая представлена на выставке, уникальна. По признанию профессиональных художников, которые пришли на открытие экспозиции, все работы пронзительные по цветовой гамме. Здания, памятники, изображенные на картинах, уже не раз становились центральными объектами полотен. Поэтому каждый мастер на этот раз старался найти не банальный ракурс, особенные цвета и необычную фактуру. Радует то, что наши художники находят возможность для творчества и замечают то прекрасное, что есть не только в природе и в городских пейзажах. Достаточно большое количество работ в реалистичной манере выполнены. И издали, да, действительно, хочется подойти, посмотреть какие-то детали. То есть абсолютно так же, как на фотографии. Все участники выставки получили благодарственные письма, а победители в различных номинациях – подарки от компании «Фосагра». По мнению жюри, лучшими были признаны две работы – картины «Аллея славы» Маргариты Золотухиной и «Красный яр» Ивана Золотухина. Добавим, что выставка «Мечты в реальность» будет проходить в городском выставочном зале до 28 мая. После этого работы балаковских художников украсят залы и офисы всех филиалов компании «Фосагра».